Хочу вам показать, как правильно очищать ваш TikTok, любимый, чтобы он у вас чистился и у вас было много памяти, он не глючил, не лагал. Первый способ, смотрите, вы просто зажимаете TikTok, и здесь у вас есть такой пункт, который называется «О приложении». Вы нажимаете «О приложении», здесь память, и полностью очищаете кэш. Если чистите всю память, все данные, то вам придется перезайти. И здесь я рекомендую, чтобы TikTok работал обалденно. Вам нужно поставить вот разрешение приложений, дать ему полностью разрешение. И вот другие разрешения тоже ему дать. И это будет вообще супер. И контроль активности поставить неограниченный, чтобы он работал без глюков, лагов. И второй способ, как его правильно очищать. Нажимаете вот так вот, удерживаете. И здесь у вас будет очистить кэш. Видите, вы нажимаете очистить кэш, перебрасывает сразу в меню, где у вас очистка кэша. И вы можете, вон, смотрите, очистить кэш моментально 220 мегабайт. Прикиньте, точно так же у вас есть здесь черновики и загрузки. Ну, это загрузки не нужно, потому что что-то может удалиться, черновики тоже. А вот кэш здесь очищайте всегда, и будет вам счастье. Пользуйся.